Всем привет! Это быстрая распаковка и небольшой тест ленточно-пильного станка от JET JWBS-12S. Первым делом я попробовал распилить липу высотой примерно 12 сантиметров. Прошла как по маслу, причем даже на первой скорости в 370 метров в минуту. На вторую скорость в 800 метров в минуту я даже не перекидывал ремень, потому как даже бук упилился вполне себе неплохо. В комплекте есть специальная приспособа «Циркуль», которая позволит выпиливать круглые элементы. Собственно, я доволен как слон. В ближайшее время ее ждет такое стресс-тестирование. Будем пилить много липы, которая пойдет на обшивку бани. Это все она. И вот это она. И вот это она. И еще полно на улице. Ну, а на этом все. Пока.